Вы смотрите программу «Здоровые и знаменитые». Мы рассказываем истории звезд, для которых wellness, то есть стремление к духовной и физической гармонии, это осознанный выбор и обязательное условие достижения успеха, как в карьере, так и в личной жизни. Вы всегда сможете последовать их примеру, измениться сами и изменить свою жизнь к лучшему, какие бы преграды ни ставила вам судьба. Героиня сегодняшнего выпуска – певица, актриса и адепт йога-философии Сати Казанова. Всегда свежа, лучезарна, энергична и стройна. Кажется, с годами она становится только моложе. Сейчас, вот мои 33 года, я к какому-то идеальному пришла своему и весу, и состоянию. Мне так радостно от легкости, которая сейчас есть. Секретом своего прекрасного самочувствия и цветущего внешнего вида Казанова называет здоровый образ жизни. Жизнь такая насыщенная, график сумасшедший порою. И если продолжать нездоровый образ жизни вести, я не знаю, бедные мои коллеги, которые там еще что-то пьют и там питаются всякой ерундой, как они выживают? Питание натуральными здоровыми продуктами превращает Сати в вечный двигатель. Физические нагрузки позволяют ей всегда оставаться гибкой, грациозной и подтянутой. В мышцах тают зажимы и напряжение. Организм отвечает бодростью и хорошим настроением. Благодаря внешней гармонии порядок царит и в голове. На место депрессиям приходит полная нирвана. Осознанные занятия тем же спортом, когда это бег или ходьба, то мы можем через это привести свой ум в порядок. А приведя свой ум в порядок, мы избавимся от любого вида депрессии или каких-то таких психических отклонений. Но это Сати осознавала не всегда. В начале своей карьеры 20-летняя девушка лечит плохое настроение вечеринками. Попав в шоу-бизнес, она на себе проверяет фразу «Moscow never sleeps». Какая самая короткая дорога в высший свет? Тусовки. Да. Наверное, да. Танцы до утра. Вместо ужина – горячительные коктейли. Мне тут не нравится. Я не могу работать без шампанского. А что у нас? Стойная барка? Барная стойка. Ну, это мое любимое место. В общем, тогда жизнь Сати состоит из выступлений вперемешку с безумным потоком светских мероприятий. Настроение хорошее, все друзья, все очень близки, очень-очень-очень уютненько здесь. Интерес Казановой к бурной ночной жизни неудивителен. Покорять столицу она приезжает из небольшого села Верхний Куркужин на Северном Кавказе. Я же выросла в селе, я выросла в семье, где много хозяйственной работы нужно было выполнять. Поэтому мне руки растут откуда надо, так скажем. Сатаней, а так звучит настоящее имя певицы, которое она сокращает для благозвучия, растет в мусульманской семье. В беседе с Юлией Меньшовой на федеральном канале Казанова вспоминает: папа-дальнобойщик спуску не давал. О гулянии до утра в подростковом возрасте ей приходилось только мечтать. Мои родители воспитывали меня невероятно строго. Стоило буквально на 10 или 15 минут просрочить то время, которое было названо для возврата. Папа однажды до 3 ночи не пустил нас с сестрой домой. Мы просто окочурились там внизу, сидели мерзли, не пускал домой. Мы девочки таких восточных кровей. У нас свое понимание, я думаю, что оно правильное по отношению к старшим, к семье, к традициям. Любовь к пению появляется с малых лет. Брюнетка поступает в местное училище культуры и искусств, а позже, чтобы набраться опыта и помочь родителям с деньгами, начинает подрабатывать певицей в ресторане. Когда я только начинала, 18-20 лет, если бы мне 25 тысяч долларов упало бы, ну, надеюсь, как-то мудро бы применила, но мне кажется, я бы на какую-то ерунду спустила бы. Но родителям минимум половину отправила бы. Это святое. Уже с детства Казанова грезит о звездной жизни. Она часто представляет себе, что ее круглосуточно снимают камеры. Собственно, через несколько лет это сбывается. Сатаней переезжает в Москву, поступает в вуз и идет на кастинг реалити-шоу «Фабрика звезд». Учусь в Академии имени Гнесина, сестерна джазового вокала. Контактный телефон 749. Восточная красота, нежный голос и самоуверенность не оставляют равнодушным продюсера Игоря Матвиенко. Дождь придуман для того, чтобы ты одна осталась дома.
На телезаводе будущих артистов Сати доходит до финала. В компании трех голосистых девушек, Саши Савельевой, Иры Тоневой и Маши Алалыкиной, она становится солисткой гёрлс-бенда «Фабрика». Про любовь. Это сегодня у Сати Казановой сдержанный имидж восточной царевны. Везде говорится, что женщина должна быть прикрыта. Ее ноги выше колена никто не должен видеть, кроме одного единственного, ее суженого. Но в 20 кабардинка мечтает о популярности и не стесняется появляться на публике полураздетой. У нас тут была идея пойти на улицу. Ну пойдемте, пойдемте. Может, не надо? Мы сейчас спросим у кого-нибудь, как им нравится. Здравствуйте. А что бы вы сказали, если бы вы увидели нас таковыми на сцене или на экране? Вы бы подумали, что это очень... Да. Пойдет, для пляжа. Для пляжа? Для сцены не стоит, да? Смотря где выступать будете. Девушка, воспитанная в строгой кавказской семье, даже решается на откровенную фотосессию в мужском журнале, на что теперь, зная последствия, ни за что не согласилась бы. Я полуобнаженная. Вся такая секси. И миллионы, я не знаю, сотни тысяч мужчин посмотрели, чего-то там возжелали, вожделели. И за все это я ответственна, поскольку я снялась. Это же, по сути, продажа себя. Хватит. В интернете достаточно моего полуобнаженного тела. Я не хочу продолжать. После того, как обнаженные снимки увидели свет, Сати столкнулась с осуждением земляков и обидными комментариями. Негативных больше всего со стороны моего народа, и я их понимаю. Я бы тоже возмущалась на их месте. Вот. И была молодая, сумасшедшая. Мне было необходимо через это пройти, в это наиграться. Приходится бороться с образом легкомысленной артистки, мечтающей о скорейшем замужестве. И, кстати, из этого очень много проблем возникало. И там приставали, и пытались и там взламывать и номера, и похитить, и прочее. Ну, как бы это нормальные девичьи истории на гастролях. Вскоре Казановой захочется ездить на гастроли одной. Спустя 8 лет она покидает группу «Фабрика», чтобы добиваться успеха уже на сольной тропе. Светская жизнь, концерты, подработка ведущей. Казалось бы, именно об этом Сати всегда и мечтала. Но безумный график, стресс, отсутствие режима и неправильное питание едва не доводят ее до нервного срыва. Была депрессия, была апатия, вообще нежелание, непонимание жизни. Вообще даже ничего не способно было мне достать, никакой радости, интереса даже. Выкарабкаться певице удается только благодаря полной перезагрузке своего организма. Алкоголь, тусовки, ночные там посиделки, питание не пойми чем. Все это, я же говорю, я все это прошла. Изрядно подпортив себе здоровье, я уже, что называется, деваться было некуда. Повернула все вспять. Я там была, спасибо, не надо. Она постепенно начинает вести здоровый образ жизни. И результат не заставляет себя ждать. Улучшается как внешний вид, так и настроение. Как судить? Как оценивать? Ох, помогло, не помогло? Я стала счастливее. Я считаю, что это самый главный критерий. В новом распорядке Сати нет ничего сложного. Казанова вырабатывает для себя несколько безоговорочных правил хорошего самочувствия, о которых не забывает ни на день. В обязательную программу входит закаливание. Каждое утро ее ждет ледяной душ. Поехали! В Москве это еще не такая ледяная вода, а где-нибудь на севере, как откроешь воду. Но зато копытом бьешь весь день. Очень круто. Это бодрит, и у меня уже нет к этому вопроса, для чего я это делаю. Всего пара минут в день под холодной водой, а сколько бонусов. Крепкие нервы, упругая кожа и никаких простуд. Я почти не болею. Вот так вот, чтобы прям заболеть, слечь, там, с какими-то температурами. У меня не было за 4 года ни разу. А ведь раньше в студеную воду певицу было не загнать. Вода очень холодная. Мы категорически не будем в нее ногами администраторов. Правда, ногами в эту воду это нереально. Следующим непременным wellness-ритуалом Сати считает увлажнение организма. Она выпивает 1,5-2 литра воды в день. Ну, у меня в машине всегда есть вода, а зимой я еще вожу горячую воду. Я прям термос с собой беру с горячей водой и пью горячую.
Вредные привычки, губительно влияющие на здоровье и красоту, тоже для Казановой отныне чужды. Я не за алкоголь. Алкоголь очень сильно высушивает кожу, и, в принципе, женщине это не подходит. С тех пор, как я ее знаю, года два она вообще не трогала алкоголь. Ей это не нужно. Ей бы сок фреш какой-нибудь вкусный. Малопривлекательными для брюнетки становятся и светские вечеринки. Гулянки до рассвета она оставляет в прошлом. Кинотавр, кинотусовка известна такими веселыми загульными вечерами. Готовы вы не спать до 6 утра? Нет, не готова, мне это неинтересно. Я в шоу-бизнесе нагулялась, уверяю вас. Мне уже неинтересно это. Редко появляется порой на людях. Где-то для меня даже затворнический образ жизни. В общем, знаете, очень себя любит, хранит и бережет, что очень важно, что очень ценно для артистов, что артисты – это люди, которых раздирают энергетически, в прямом смысле этого слова, в переносном. Она борется за каждый лишний час сна. Сейчас еще в идеале бы подключить режим дня, режим суток, чтобы вставать в 6-7 хотя бы, ложиться в 10-11 хотя бы. Силы Сати бережет для занятий йогой, которой ее приобщает любовь. А к йоге я пришла благодаря любимому тогда, еще давно, мужчине, который говорит: «Малыш, у тебя искривленный позвоночник и нервы ни к черту, пойди-ка на йогу». Я говорю: «Да, конечно». Он для меня был такой авторитетный, и его мнение мне было важно. О том решении, принятом около 12 лет назад, певица ни капли не жалеет. Отношения с тем мужчиной закончились, а вот с йогой Казанова до сих пор. У меня не было самоцели там обязательно завязаться во все узлы. У меня хороший был лотос. Лотос я так с трудом недолго высиживаю. Физические упражнения, направленные на гибкость, растягивание мышц и общий тонус организма, занимают важное место в жизни девушки. Я каждое утро делаю какой-то свой комплекс. То есть уже дошла до того, что я всюду набрала, 15, 20, иногда 30 минут, если есть побольше времени, делаю какой-то свой комплекс, который мне вот так вот, ну, держит тело. Но к своему идеальному сочетанию упражнений Сати приходит не сразу. На пути к гармонии она совершила немало ошибок. Сколько поврежденных, раненых через неправильную йогу, когда люди вот бросаются и занимаются. Я сама стала этим. Жертва этого, это и моя же невнимательность, наверное, или желание сразу постичь все здесь и сейчас. Вот. А так не бывает. Вот почему Казанова не советует с нуля заниматься йогой самостоятельно, без присмотра профессионального тренера. Одно время она упражняется с известной австралийской йогиней Пирукуа. Я помогаю и многим русским знаменитостям. Сати Казанова, например, певица ваша, тоже моя клиентка, очень милая девушка. Спортивная подготовка и выносливость пригождаются и в работе. В телешоу «Лед и пламень» на федеральном канале певица выделывает па на коньках. В программе «Большие гонки» в команде русских звезд борется за победу с участниками из других стран. Сати! Вот она, сила отечественной эстрады! Это напоминает мне слегка бои в грязи. Есть такое современное удовольствие. А в один танцует под тяжестью грима, перевоплощаясь в именитых коллег. В то же время Сати Казанова не перестает снимать клипы, ездить на гастроли и заниматься собой. Откуда же у этой хрупкой красавицы столько энергии? Секрет в правильном питании. Несколько лет назад девушка мало обращала внимания на свой рацион. Только съела конфет. Я съела 2 или 3 сахарные ваты. Такие огромные, пушистые, вкусные. Я счастлива. А сладкое, оно же все поднимает настроение. Я такая хожу. Мне очень нравится. Зато теперь на пути в ее желудок строгий фейс-контроль. Конфетам, полуфабрикатам, газировке, копченым и жареным продуктам больше нет места в организме. Певица становится вегетарианкой. В ее тарелке поселяются овощи, фрукты, злаки. Я ничего не ем из животной продукции, даже рыбу и морепродукты. А занялась йогой, и постепенно ушел
Ушло желание есть мясо, то есть мясо само ушло, потом курица, потом рыба. Отказ от мяса, да и в целом новый образ жизни вызывают у ее звездного окружения насмешки. Паша Воля, как всегда, над всеми смеялся и очень высмеивал, ну, по-доброму, вегетарианство мое. Что, мол, там, а вот курицы, наверное, отмечают каждый год юбилей, сколько ты их не ешь. Поначалу Сати пытается наставить коллег на оздоровительный путь. Надо не пить, надо не курить, надо бросить то, надо начать вставать на лыжи. Но потом смиряется с тем, что не все готовы в одночасье отказаться от вредных привычек. Всегда можно отказаться от соблазна, всегда можно сказать нет, извините, я не могу, не буду, не хочу. Уже прошли те времена, когда ты должен объяснять, ой, извините, я антибиотики пью, или у меня гастрит, или еще что-то. По-моему, тренд этого времени быть здоровым, быть собранным, быть самостоятельным и быть, распоряжаться полностью своими ресурсами. Сама же девушка на исключении мяса из своего меню не останавливается. Табу. Глютен я стараюсь не есть. У меня чувство, что несколько аллергическая реакция. Глютен, дрожжи, все, что с дрожжами, это хлебобулочные всякие, молочные. Я обожаю молочные продукты, но у меня молоко, я чувствую, что не так мне комфортно после него, после как хотелось. У нее всегда есть или какой-то свой чай, или какой-то коктейльчик, который она приготавливает дома. Что-то очень здоровое, очень питательное и здоровое. Правда, порой Казанова, как обычный человек, может позволить себе расслабиться. Иногда, конечно, от выпечки мне очень тяжело отказаться. Например, вчера я прилетала из Владикавказа и купила полторта. Медовика такой вкусный. Боже, делать из себя какого-то киборга нельзя. Иногда, когда вот так вот в кайф, конечно, надо себе позволять и себя радовать. Радость у нее вызывает и приготовление вкусного, а главное – полезного вегетарианского блюда. Певица делится рецептом. Начать свое приобщение к нежирной, богатой витаминами пищи никогда не поздно. Можно начать прямо с этого. Я его называю вообще счастливый салат. Он очень полезный, по-настоящему вкусный, сытный. Когда человек ест что-то вкусное, он, как правило, всегда счастлив. Я нагреваю воду для того, чтобы отварить брокколи. Это может быть также цветная капуста, вот эти мини-морковь и спаржа. Я буквально пару минуток подержу их здесь, выну, дам остыть. Или можно тепленькими. Мы берем за основу листья салата корн. Почему корн? Это просто потому, что вкусно. Я беру на такой, наверное, салат один большой авокадо. Несколько ошибочно считать, что вот я на диете и совсем жирное не употребляю, мол, авокадо жирное, фу-фу. Нам очень нужны жиры. А иначе как у нас кожа и волосы будут промасливаться, смазываться, и суставы и так далее. По всем этическим нормам вегетарианца сыр адыгейский идеально подходит. Сыр я в этот раз не буду обжаривать, поскольку у нас лето. Хочется, чтобы как-то все было таким легким. Так, что у нас еще есть? Черный молотый перец, еще кунжут белый. Белый кунжут сюда очень подходит. И также сюда подходят тыквенные семечки. Соль использую гималайскую, ибо она наиболее полезная. Вообще это не сложно. Может быть, это более заморочено, чем брать какие-то замороженные пельмени. И бросил их в кипяток, да и пошел. Но все равно можно найти. Вот мы сколько с вами разговариваем? 10 минут, и, собственно, вот еще 5 минут, и оно все готово. Сейчас заправим маслом, собственно, все. Можно его размешать, можно так оставить. Питаясь таким образом, можно позабыть и о лишних килограммах. Несмотря на то, что проблем с весом у Сати никогда не было, что такое жесткие диеты и разгрузочные дни, она прекрасно знает. Может быть, там лет 15-16, когда в подростковом возрасте я набрала, наверное, 3 лишних килограмма. Тогда для меня такой был стресс, когда мальчик, который мне нравится, сказал: «Казанова, ты что, поправилась?» Я так расстроилась, и давай худеть, давай. Все лето изводила себя, сидела на каких-то яблоках, огурцах. Она всегда была стройной девушкой, с хрупкими плечиками. Вопрос похудения встает перед Казановой и уже в более сознательном возрасте. Чтобы избавиться от надуманных складочек, она даже начинает принимать таблетки для сброса веса. Даже был период, когда я эти жуткие китайские таблетки были для похудения. Это
просто сплошная, мне кажется, была химия, наркота, психотропы, не знаю, седативные, что там входило в этот состав. Я потом долго после этого восстанавливалась. Теперь же никакой химии. Удерживаться в рамках своих 52-53 килограммов ей помогают натуральные продукты и физкультура. На одной йоге Сати не останавливается. Она за разнообразие нагрузок. Я ненавижу спорт как таковой. Я люблю физическую культуру. Вот сегодня у меня будет окошко, я поплаваю. Завтра будет окошко, позанимаюсь йогой. Завтра будет еще окошко, на велике покатаюсь. То есть так, чтобы это было в кайф, в радость. В свободное время Казанова может посвятить и катанию на своем коне Акбаре. Катаюсь я не то чтобы блистательно, но достаточно неплохо. Просто надо это чаще делать, а не раз в полгода. Как мне в Москве неинтересно по ипподромам ходить, какие-то конные клубы. Это... И танцам. Мне нравится что-то вроде джаз-модерна. Я хочу боди-балет постичь. То есть не совсем балет, как балет. Хотя классика как основа, потому что из классики каркас, осанка и вот основы создаются такие колоссальные. Но вот где певицу не встретить, так это в тренажерном зале. Тягание железа и однообразные подходы к тренажерам не для кабардинки. По ее мнению, не женское это дело. Я иногда думаю, вот, у меня нет кубиков. И, кстати, никогда не было. А потом я выяснила, что кубики – это не очень женская история. Когда просто начинают повышаться мужские гормоны. У меня по природе без того чуть повышен тестостерон. Ну, вот такая я. Это и волосистость какая-то. Повышенный тестостерон делает свое дело. Таким темпераментом, как у Сати, не каждый мужчина может похвастаться. В фабричном коллективе она не раз демонстрирует беспокойный нрав. Да чего меня загнали в эту будку? Почему желтый киви? Я не могу работать с таким человеком. Почему желтый киви? А на съемках прямо высказывает свои претензии фотографу. Конечно, я вспыхиваю. Конечно, я женщина, я с Кавказа, у меня горячая кровь. То есть у меня, в принципе, исходные данные гораздо более тяжелые, скажем, чем это была бы скандинавская холодная блондинка, которая, в принципе, поспокойнее. Бороться с приступами гнева и стать поспокойнее Казановой помогают медитации и духовные практики. Что они делают? Они делают просто меня как таковую, более чувствительной. Так я слышу какие-то сигналы тела, какие-то сигналы интуиции, какие-то даже мысли людей я могу. Иногда очень болезненно реагирую, потому что люди громко и негативно часто думают. 100% концентрация на внутренних ощущениях в сочетании с дыхательными упражнениями помогают певице снять стресс и улучшить настроение. Каждый раз, когда у нас были концерты или какие-то важные интервью, она всегда берет там 5-10 минут и занимается медитацией. Она делает очень странные вещи. Она начинает вдруг неожиданно издавать очень странные звуки, жесты. Очень многие из этих практик используют актеры в своих репетициях для того, чтобы раскачать энергетику, разбудить голос, расширить сознание, скажем так, да? В детстве медитации были незнакомы Сати. Уже тогда она проявляет железный характер и строит своих младших сестер. Я отняла костюм кабардинский национальный у Хайшат, который он полагался по размеру, а на мне должно было быть вот это маленькое смешное платье, которое в итоге на ней. Я устроила истерику, забрала у нее платье, оно у меня просто валялось в полу, то есть огромное, с закатанными рукавами, но счастливое. Как видите, на этом кадре улыбаюсь только я, потому что все сложилось так, как хотела я. Казалось бы, вот мы кавказские или восточные женщины такие все там, мягкие, но характер за этим стоит такой железный, что многие мужчины просто бамбук курят. Возможно, именно волевая натура и мешает 33-летней девушке создать семью. Есть такое понятие «сердце доброе, характер…» Да? Вот. В моем случае, наверное, это актуально, потому что часто мой характер несносный. Женщина должна делать все по любви, по желанию. Хочет делать, не хочет, пошли все в баню. Статус звездной невесты прочно приклеивается к девушке. Да!
Просто все всегда говорят, что мы завидные невесты, и вот сегодня мы решили воплотить мечту всех. Весна, гормоны, и мы с девизом «Женитесь и плодитесь». Чуть ли не каждый год журналисты пытаются выдать ее замуж. Когда я буду выходить замуж, я сейчас при всех торжественно обещаю, что на мне будет невероятной красоты национальное платье и именно этот пояс. Все, запомнили? Ждите свадьбы. Когда-то Сати в деталях продумывала будущее торжество. Конечно, я буду должна там среди 500 своих ближайших кавказских родственников провести это дело, и не скроешься никуда. Но я это закрою. И я не буду врачом. Когда я буду замужем, я уже, наверное, заявлю, что, знаете, я, в общем-то, замужем. Однако друзья девушки еще тогда заявляли, о замужестве Казановой думать рано. Не созрело пока для брака. Я считаю, что Сати спешить, наверное, с этим не стоит пока. Ей нужно все-таки самоутвердиться, потому что я знаю ее желаниях, я знаю ее амбициях, и я понимаю, что она не остановится на достигнутом. Пусть попоет еще годик-два, а потом мы ее опять не пустим. Дожили бы. Не надо в семью еще. Сати, не спеши в семью. Вот я хочу сказать всем мужчинам, которые знают Сати Казанову. Я вас умоляю, не бойтесь. Потому что не так страшен черт, как его малюют. Однако соответствовать такой девушке сможет не каждый. Давайте будем откровенны. Мужчины почему-то решили, что развиваться не надо. Если те, кто пошли в бизнес, там вот больные на всю голову становятся олигархи, либо успешные предприниматели, бизнесмены, либо же сидят и это Хари Кришна и с сияющим челом медитируют. Значит, нужна какая-нибудь середина. А отношения с бизнесменами, если верить прессе, Сати хорошо знакомы. Миленький ты мой, потеряла я покой, еду за тобой, олигарховый ты мой. Ей приписывали длительный роман с зятем президента Казахстана, олигархом Тимуром Кулибаевым, предпринимателем Александром Шенкманом. Александр мой хороший друг, и мы несколько лет дружим, общаемся. Не знаю, что посмотрим. Откуда же я знаю, что будет? Сводили с бывшим программным директором крупной радиостанции Романом Емельяновым и продюсером Артуром Шачневым. По слухам, с последним Сати расстается прямо перед свадьбой. Ну, это мужчина в твоей жизни, с которым ты уже хотела, да, обручиться? Был. Сейчас статус и количество нулей на банковском счету избранника для Казановой уходит на второй план. Важнее становится внутреннее богатство. После первых секунд, минут неизменно сущность человека вылезет. Если она глупа, тупа, пуста, то это уже перестает быть красивым через считанные минуты. Если он даже бывший заключенный, но у него доброе сердце, он любящий человек, светлый человек, разделяющий мои интересы. Мне с ним есть в какую сторону смотреть. Ведь важно, чтобы двое смотрели в одну сторону. Сати важно, чтобы любимый мужчина понимал ее страсть к здоровому образу жизни. Потворствовать вредным привычкам бойфренда она не готова. Я не буду готовить жареную свинью, если свинью он хочет есть, если вдруг так получится. Пусть он ест это где-то в другом месте. Хотя любящая жена, по идее, должна бы, хотя она никому ничего не должна, смиренно пойти и приготовить. То есть это вообще ее не должно касаться никак. Но, может, певица наконец нашла того, кто принимает ее увлечение правильным питанием и физическими упражнениями. Казанова выходит в свет с молодым высоким брюнетом. По данным журналистов, это ее инструктор по йоге. Сегодня с кем пришли? С другом. Он пошел. Куда-то отошел, сейчас придет. Пазантный мужчина. Хорошо смотрит. Возможно. Ну, мы достаточно давно, йога нас связала, и так вот мы продолжаем идти по этому пути. То есть коврики, аскезы, вегетарианство. Видя, как Сати светится в окружении детей, не остается сомнений. Одно из ее самых заветных желаний – материнство. Ну, конечно, я мечтаю о семье светлой, здоровой, красивой, чтобы дети не плакали, не пачкались и так далее. Знаете, мы вот все предполагаем, Господь располагает. Как он расположит, я не знаю. Желающих стать второй половинкой Сати Казановой наверняка найдется немало. А что? Не трогать руками, да? Да, руками не трогать. Сати самая лучшая, самая красивая. По-другому никак. Ну, спасибо.
Певица не раз признается авторитетными журналами самой сексуальной. В топ-сексе я была самой секси среди в номинации поп-певица. Но в переходном возрасте брюнетка страдает из-за комплексов по поводу своей улыбки. Мне казалось, что у меня зубы большие. Между передними двумя зубами у меня была огромная щель. А сейчас я улыбаюсь на все свои большие зубы. Мне кажется, что это мое большое достоинство. Вегетарианство и йога дарят певице молодость и свежесть. Войдя в стройные ряды следящих за здоровьем, брюнетка выступает за натуральную красоту и индивидуальность. Сати против загара и не стесняется своей светлой кожи. Здоровье дороже подкопченного на солнце тела. Ведь не секрет, что ультрафиолет старит кожу и вызывает рак. Делать это в опасное время, после 10 утра, до 5, делать это в солярии, я для себя это пока не приемлю. Уж лучше затонировать эту кожу, натуральный крем уж лучше нанести, или там какие-то автозагары, кремики, чем... Это очень сильный фактор старения, загар. Уколы гиалуроновой кислоты и ботокса Казанова оставляет в прошлом. Вот такая смотрю на этот залом между бровей, такая, ну, блин. Раньше я несколько раз убирала ботокс. Ну, чем-то было лет 7 назад. Зачем мне 7 лет назад был нужен ботокс? Сейчас-то он нужнее по возрасту. Плюс, вот уже несколько лет побеждать возрастные изменения кожи ей удается с помощью уловок, которые не стирают с лица мимику и не требуют больших затрат. Есть авторская методика моей уже ставшей подруги. Она называется фасциальная инженерия. Все дело в сдвиге пластов фасциальных. То есть каждая мышца, микромышца, даже на лице и особенно на лице, она упакована в такую пленочку сверху и снизу, называется фасция. И когда она сдвигает эту фасцию, ставит на место. Вновь вкалывать препараты в свое лицо Сати пока больше не решается. Ей хочется взрослеть красиво и естественно. Я хочу ресурсы организма подключить. Лицо всегда отражает эмоциональное, душевное состояние человека. Всякая морщина – это отражение образа его мышления, соответственно, его характера, его жизни. И раз я вот так вот много, значит, что-то много парюсь и думаю. Надо перестать париться и думать. Мысли девушки занимает карьера. Из группы «Фабрика» Казанова улетает 6 лет назад. В сольном плавании ей удается заработать любовь зрителей и множество почетных наград. Вот это вот певица года вот такой был. Такая была церемония и такое награждение. Вот этим я так как-то даже горжусь. Я не знаю, чем я это заслужила пока. Конечно же, я это обязательно все оправдаю и отработаю. Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской республики. То бишь... Заслуженный артист. Со временем музыка артистки кардинально меняется. Сати долго ищет свое звучание. Сначала это были поп-песни про любовь. Я теперь переполовина, с кем теперь ты ходишь зима? А я на улице одна, подарок неба для тебя. Потом легкие летние хиты. И до рассвета пусть горит любовь. Но оказывается, в душе Сати всегда хотела быть другой. И когда, ой, да ты такая солнечная, тебе песни должны быть солнечные. Достали все, а я хотела другие песни. Она решает петь джаз и выступать с музыкантами в камерных залах. Как ни странно, мне нет даже опустошения, нет выплюнутых связок. Очень все как-то радостно, феерично. Сати сейчас развивается в двух направлениях. Вот у нее первое направление оркестровая и джазовая музыка. Некрореализм называется. А второе направление это шоу-бизнес. Ну а чего, господи, Лариса Анатольевна уже не везде ездит, поэтому будет Сати ездить. Тогдашним амбициям Сати можно только позавидовать. Чуть попозже, значит, мне видится настоящий Вегас, как минимум Caesar Palace и мое большое шоу, мировое турне. Так мне видится мое будущее. Однако вскоре все вновь меняется. Теперь о своих прошлых мечтах Сати вспоминает с грустной улыбкой. У меня еще был тяжелый период, я вышла из группы «Фабрика». И, получается, была и не в новом, но уже и не в старом. Я экспериментировала, что-то там джаз пела,
Это такие все были попытки себе и всем доказать, какая я крутая. Я вышла из там поп-группы девичьей, где мы пели вот такие песенки, а теперь я круто пою серьезные песни. Такая глупость, честно сказать. Девушка продолжает поиски себя. От неопределенности она впадает в депрессию, запирается дома и круглыми сутками слушает мантры. И пришло то, что по-настоящему мне доставляет радость. Это этническая музыка, я ее тоже много слушала. И когда я слушала, мне прямо... я прям как будто... Пришло как-то самое искомое, давно искомое решение. Я до сих пор не очень понимаю, как я этой широкой публике упакую и преподнесу. Параллельно с пением Сати Казанова мечтает сниматься в кино. Не зря ведь она заканчивает ГИТИС по актерской специальности. Особенно историческое интересно. Ну, в Тарантино это мечта. Мел Гибсон, я бы ему... Не знаю, что бы я ему отдала. Себя, что ли, как актрису, конечно. Но отдает себя как актрису Сати не Гибсону с Тарантино, а режиссеру Султану Хажирока. В фильме «По небу босиком» она играет призрак матери. Начало на актерском поприще положено. Теперь Казанова ждет от режиссеров интересных предложений. Актриса я себя абсолютно ощущаю, но просто опыта нет. Вхожу периодически на какие-то актерские курсы, но... Это на какое-то время, да, дает мне тонус, но потом этот тонус ослабевает. Эта мышца все время была в работе. С годами меняется и стиль артистки. Раньше она могла выбрать крайне экстравагантный наряд. Например, надеть леопардовые колготки. Это что? Это, по-моему, даже из чего-то летнего я... Где-то мне подарили, я, собственно, и... Решил использовать. Да. Бирка с известным именем и стоимость лука тоже играли для Сати немаловажную роль. У меня замечательно красивая блузка из Сен-Лоран. А, туфли, вот, туфли из Сен-Лоран. Хоть что-то, да. Я готова что-то с себя снять. Вот эти штуки, к примеру. Сколько они стоят? Ну, они немного, может быть, там, по 100-150 евро, долларов, вот так. Теперь же Казанова предпочитает более скромные и элегантные образы. Просто восточная царица какая-то, Сати Казанова. Платье в пол, аккуратные украшения, индийские и восточные мотивы. К этому платью предполагалось вот этот головной убор. Я вчера просто все это... Затеяла, продумала и забыла. Эпатаж и гонка за брендами в прошлом. Сейчас более спокойный стиль. Мне не важно поражать, что этим всем внешним видом, зайдя, чтобы все ахнули. Мне важно, чтобы зашла я и с чем я захожу. Что не одежда меня представила, а я в одежде, которая второстепенна. Сати не только не употребляет в пищу животный белок, но и меховые шубы для нее тоже табу. Совместно с брендом одежды она запускает линию эко-шуб из искусственного ворса. Я не дизайнер, я всего лишь говорила, это мне нравится, это не нравится. Все лишь ориентировалась на свой вкус и то, что трендово происходит в мире. Я это учитывала, когда я видела, что это не модно, не интересно. Я говорю, это убрать, это заменить, перерисовать и так далее. Певица уверена, шубы искусственные ничуть не хуже натуральных, а даже лучше, ведь их производство не уносит жизни невинных животных. Многие вегетарианцы меня поймут. В эту пору мы мерзнем, нам очень холодно. А тут серьезные очень утеплители идут, которые выдерживают до минус 30 градусов мороза. Сати Казанова – прекрасный пример человека с силой воли. Она переворачивает свою жизнь, тем самым мотивируя тех, кто еще не начал заботиться об организме. Я наблюдаю давно за Сати. Как она меняется с тем, как в ее жизнь прочно вошла йога, как она становится более гармоничной с собой, с этим миром. Я ее очень люблю. Она замечательно прекрасный человек, занимается буддийской философией, плюс занимается йогой. Она поет невероятно мантры, это знают, по-моему, все. Она все делает правильно. Я знаю, что некоторые из членов ее коллектива говорят, ну как же, вот, мы не хотим, мы не будем есть траву, ведь все-таки вот, мы взрослые мужики. Никто не агитирует есть траву, просто периодически нужно задумываться о том, что жизнь у нас одна, у нас один желудок.
У нас один кишечник, у нас одно сердце. И, в общем-то, нужно очень бережно относиться к тому, что ты потребляешь и как ты себя ведешь. Внимание! Я являюсь официальным сертифицированным преподавателем двух систем медитации и одной системы йоги. Система йоги, которая называется Атма-Крия-йога. Сати исполняет свою большую мечту и открывает центр йоги, где планирует помогать людям обрести гармонию с телом и мыслями. Спросите, зачем тебе это надо, да? Я не знаю. Это что-то, что больше меня. Это что-то, чем я не могу не заниматься. Вот я не могу не петь. Теперь есть йога и медитации, эти техники, которые я не могу не передавать, наверное, так. Казанова не сомневается, желания исполняются. Главное, не переставать мечтать. Через 10 лет, когда мне будет нежных 43, 44 почти года, я мечтаю, чтобы у меня уже были дети к тому времени. Двое, трое, сколько получится, не знаю. Я хочу много путешествовать, почти все время проводить на природе. Творческая деятельность. Я хочу петь только этническую музыку. Поп-музыку к этому времени я хочу оставить навсегда. А вот своей жизненной философии певица останется верна. Ради достижения внутренней гармонии она отказывается от всего, что может ее разрушить. Спиртного, пустых бессонных вечеринок, поедания убитых животных, искусственной молодости, дорогих брендов, знакомств из-за выгоды. Пример Сати показывает, начать новую жизнь никогда не поздно. Друзья мои дорогие, если вы еще не решились на здоровый образ жизни, я хочу вам сказать, что за этим будущее человек наконец возвращается к тому, что все должно быть чистым. Мы ведь моем себя снаружи. Почему же мы внутрь себя, в свое драгоценное тело, кидаем всякую ерунду, мусор всякий, тело страдает. Я вам желаю это понять, чтобы вы по-настоящему захотели, осознали и начали делать. Желаю вам этого.